В этот день, 16 ноября 2011 года, началось стремительное крушение одного из мощнейших банков Литвы, который располагал самой обширной сетью из более чем 250 территориальных отделений. Называли его «Снорос». Негативные последствия на себе ощутили многие организации. Из 500 тысяч литовских предприятий у 900 были счета в этом банке. Его национализировали и очень быстро обанкротили. Крупнейший владелец и акционер всей группы, куда входил литовский «Снорос», латышский «Латвия Скрайбанка», закрытый через 6 дней, Владимир Антонов, лишился всего. Сегодня это дело рассматривают высшие международные инстанции. И, похоже, Литве уже не уйти от ответа. Дело ведет Фонд защиты прав инвесторов в иностранных государствах. Но пусть разбирательства продолжаются по закону. А потому сегодня два самых простых вопроса экс-миллиардеру и экс-банкиру Владимиру Антонову. Хорошо помню этот день. Первая ошибка, которую совершил я и, как следствие, мой партнер. Мы уехали в Великобританию, то есть в территорию Евросоюза. И тем самым, не зная, как устроена система, позволили литовцам воевать с нами на их же территории. Надо было ехать назад в Россию. Это бы избавило нас от целого роя проблем, которые возникли. От ареста, от судов бессмысленных и от утраты активов. То есть, что являлось основной ошибкой, это то, что мы позволили властям Литовской Республики, используя тот факт, что они члены ЕС, фактически обескровить и группу, и акционеров. И тем самым не дать нам возможности сопротивляться долгое время. Езжай домой.